И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на Lost Island. Лучше не сказал Lost Ark, господи, это вот было бы тупость. И сегодня мы пойдем искать Синакропсиса. Почему? Ну, потому что надо. Да, выглядит прикольно, да, как будто это у меня такая голова, а по факту это чибик там сидит. Короче, решил обосноваться вот где-то здесь, сгонял уже за кристальчиками, и у меня теперь есть труба. Это просто офигенно. Где-то вот там у меня, оказывается, баран тусуется. Вот новис. Так что вообще огонь, надо будет его добыть обязательно. Здесь у меня все по минимуму, ну, то есть, как бы, все для начала выживания, как говорится, есть, а самое главное, металлоинструменты, ну, и, конечно, Фенрир, да, до сих пор поражаюсь, как Фенрир имеет пол, хотя это сын Локи, боже мой, простите, это долгая и мучительная история этого безумного мира, но, посмотрел я, если не забуду, я сейчас вставлю вставочку. Посмотрел я на карту, где они находятся. И по сути, я тусил в тех районах. Так, ну-ка. Ага, вот, отлично. Они тусуются, то есть вот здесь идет обелиск, и они тусуются где-то вот в этом районе. Также немножечко вот здесь, немножечко вот здесь, вот чуть-чуть иногда здесь это, и вот здесь иногда. Очень много здесь, в пустыне. И вот здесь, на острове. То есть, короче... Ой. Убрал. Отлично. Вот. То есть, они много где тусуются, а самое главное, что... Слышь, гнида, мать твою за ногу, чтоб тебе тварь калась. Ты чё, охренел, что ли? Ты моего... Слышь, уроды мелкие, вы чё, охренели, что ли? Козлы, вы чё, моего барана сожрали? Твари! Это... Мать вашу! Вы чё? Ублюдки! Козлы, уроды, твари. Просто это не первый раз, когда Рекс просто так появляется. Я там поставил, короче, верстак. И стою, жду, когда у меня единичка металла переплавится. Эта тварь просто спавнится и давай, ломает мне верстак. То есть минус 5 металла, которого у меня и так не было. Ломает мне верстак, короче. И, ну, Фенрир, конечно, разбирается с ним. Ну, какого фига эта тварь заспавнилась? Кстати, мне просто-напросто повезло в плане металла. Во! Я не помню, кого я там замочил, короче. Но, в общем, какого-то тег-диноса. А, тег-рекс здесь как раз. Вот здесь вот тег-рекс тусил. В общем, нашел себе место, бляха-моха, для этого постройки. Там, где Рекс спавнится, почему-таки в нормальном количестве. Ну, а тут красиво. Но не просто тут красиво, еще и вон там красиво. Сейчас туда тусанем, и я тоже покажу. Блин, это реально красивая карта. Прям, я сначала захотел построиться там. А что, погнали. Я сначала захотел построиться там. Если я гнусавлю, сорян, у меня все еще реабилитация. Вот здесь, если спуститься вниз, то можно выбраться там, и еще, походу, здесь вход в пещеру. Я уже, походу, дел две таких нашел. То пещеры фиг найдешь, то в итоге сам их находишь, когда они нафиг тебе не нужны. Ха! Ну ладно, тусанем туда куда-нибудь, когда-нибудь. В общем, где-то здесь красивое место, прям, ух! Да, это примерно вот это вот место. Очень даже захотел там построиться, но я подумал, блин, если я там построюсь, это большая площадка, это значит, вот эту всю красоту я, черт побери, поломаю. Я не хочу эту красоту ломать. Ну, это же красиво. Просто очень красивая местность. Прям вот эти вот маленькие елочки. Даже это не елочка, больше какие-то пихтовые, похоже. Вот. То есть прям, ну тут так красиво, что даже вот это вот все ломать, вырубать неохота. То есть здесь это ничего не будет спавниться, а значит, эта красота уйдет. А я не хочу. Вот из-за этого я здесь решил не строиться. Да, как-то вот такие мысли у меня были в голове. Но, блин, место кайфово, конечно, под застройку. Прям, ух, мне нравится. Вот эти вот горы, все дела, вот это все. Красиво, да нельзя, но, увы.
решил, что не буду. Так. Ой. В целом нужно еще сгонять, ресурсы подобывать. Вот. О, добрый вечер. Ресурсы — это, конечно, штука хорошая. А что я тут сейчас пытался достать? Вот, но сами понимаете, на это нужно найти время. Так, секунду. Так. Отлично. В общем. Так. Да, все нормально. В общем, место-то, конечно, хоть и красивое, но решил здесь не строиться. Погнали искать. Хитин не взял. Ладно, надеюсь, я где-нибудь хитинчик здесь золотой. О, блин. В зеленом. Это, конечно, прикольно. О, как минимум, это необычно. Кстати, очень кайфово, что вот в этих они внутри сидят и получают экспу. То есть, как будто бы они и никуда не убраны, то есть, они как будто бы, ну, как и положено. Это очень клево. Не, вес, давай лучше вес, на всякий случай. Да, у меня есть код на ускорение, но что-то я не хочу пока его юзать. А! Полетел я в итоге по карте. Думаю, поищу и так далее. А нафига? Во-первых, там виверны, я могу на них наткнуться. А во-вторых, я же хотел сначала рассказать про карту, а потом сюда зайти и не тупить. А потом увидел ловец, короче, как это сажали, и все. И все. Макропс. Синомакропс. Ищем. Да, ну, собственно, где я тусил? Да, вот здесь он не запомнился, вот, как я сказал, здесь-здесь. Ну, а здесь я еще карту не прогружал, поэтому, извините, там они еще не заспавнились. Так, а давай посмотрим по левелу. Ну, у меня есть 150-й. Ну, туда я точно не хочу лететь. Здесь где-то еще... О! В смысле ты здесь появился? То есть вас тут настолько... Вот, они все заспавнились. О, видали где? Просто они в одну строчку не влазят, насколько их, черт побери, много на карте. Кстати, вот все мелкие влазят здесь. И вот, да, они тоже здесь были. Вот, где я тусил, это спокойно мог там найти их. Прикольно, прикольно, но не нашел. Так, в общем, ищем. Мне, конечно, ХП это хорошо, вот как узнать у них, сколько выносливость? По идее, самая топовая же эта выносливость у них должна быть. Ну ладно, в любом случае, давай вот, допустим, ты. 145-й, блин. Давай, допустим, ты. А ты... Иди, пошли его, короче. Так, в общем, по ходу дела все-таки судьба за вот этим тусить. Ну, погнали. Ё-моё, сколько далеко-то. Не, народ. Я почти угадал. Не буду тратить ваше время. Погнали. Погнали, говорю. Так будет быстрее, надежнее. Виверна не сожжет. И вообще, все будет супер. Читерно, да пофиг. Погнали! О, Моногарм! Народ, а вы помните, я томил Моногарма вообще, в целом? Вроде бы томил, да? На Генезисе. Вроде бы томил, но честно, у меня это в голове как-то не отложилось, как я его томил. Вот не шутя, я реально не помню, как я его томил. Как его томить, я просто не помню. То есть, понимаешь? О, прикольно.
Я уже так отвык от лучей с юбочкой. Прям я такой увидел юбочку. Такой, как дебил. Простите. Но металл надо добыть, короче. Сейчас мы имеем что? Ровным счетом ничего. Всякую, типа, мини-построечки. Это, конечно, здорово. Но ресурсы — это кайф. В целом, насколько я знаю, его томить вообще изи-бризи. И боюсь, с моими ритами я с одного хитина 150-го притомлю. И из-за этого я так сильно-то и не тороплюсь. То есть есть реально огромный шанс, что я просто со своими ритами его притомлю прям и все. Вот, поэтому немножечко попутешествуем по карте. Вообще, я подумывал сначала попутешествовать в пещеру. Те, которые я вот наблюдал в прошлой серии, и по ним походить. Но я подумал, что лучше все-таки в первую очередь притомить Кропс, короче. Синемакропса. Почему? Ну, во-первых, это удобнее с вами будет. То есть это что-то строить, что-то передвигаться и так далее. Господи, чувак, ты меня не пугаешь. Вот. А во-вторых, ну, блин, это все-таки будет поинтереснее. А потом уже пойти в пещеру. Почему я так подумал? Если в Би я зашел... Помните ледяная пещерка? Синенькая такая ледяная пещерка. Вот если бы я туда зашел чуть-чуть подальше, я бы увидел кристаллы. Да. В той пещере, находились кристаллы. И вот с этими мыслями я понял, что мне нужно потусить все-таки по вот таким пещерам. Посмотреть, что как где. Но, если не ошибаюсь, в каких-то из них, к примеру, вот около моей базы, вот про которую я рассказал, там типа вовнутрь заходить и так далее, то есть вариация, что именно там как раз-таки артефакт. А, нет, это я не добывал, я просто с другой стороны подошел, я там еще там был. Я посмотрел, опять три шурда, я думаю, нифига себе, чего? Ой, вот такой прикол был, когда я создавал это, что, ну, сделал видос, все. И вместо того, чтобы удалить свой старый файл, то есть уже загружается файл на YouTube, все, жду, уже прям чуть осталось. На YouTube, кстати, загрузилось быстрее. Вес! Много веса. Очень много веса. Вот. Ой, как ты много весишь. Ладно. Я предусмотренно сделал одно дело. Я, конечно, не поставил себе пульт, дебил, в этот, но зато засунул туда телепортики. Я могу пыхнуться до дома. Так вот, загружаются видосы, на YouTube уже загрузился, а на YouTube не успел загрузиться. И я вместо того, чтобы удалить старые файлы, которые, ну, старые файлы, то есть, которые я вот записал, и после монтажа я их удаляю, то есть, я удалил смонтированное видео. Такая вот тупость. Вот, пришлось по новой все монтировать. Да, такое тоже бывает. Не со всеми, со мной, и вроде бы не так часто, но бывает. Вот, пускай немножечко метальчик добывает, сразу же переделывать все дела. Так, у меня есть еще есть первосортка, так что, если в что, я смогу притомить какого-нибудь этого нормально. Хитин! Зачем мне искать хитин, когда я могу здесь взять хитин? Больше хитина. Пригодится. Ой, да господи, как будто мне это хитина, для чего-то он еще нужен будет. Ё-моё! Вовремя вспомнил. Знаешь, как будто бы кто-то вот мне вот сейчас смотрел видос, и такой говорит, дебил, хитин забыл! Не, я такой прям вспомнил. Вот реально, вот просто так осенило прям резко. У меня резко, редко такое бывает. Вот и все. Потом сделаю телепорт. Я не помню, чего мне не хватало для пульта, но я потом его сделаю. Так,
Теперь давай смотреть, что, как, где и зачем. Едины, если не ошибаюсь, ставим последний слот. Так. Ну, братан! Ну, не буянь! А чё он у меня... Я просто задумался, а как я буду... Это, как он будет спускаться-то вниз? И тут вот это вот все началось. Это, короче, это... Это, короче, что-то не оно. Так, ну-ка! Да, мать твою, за ногу! Гудром! Так, стоп! Для начала... Нейтралка, осивка, отлично. Дальше, где ты? Где ты, где ты, где ты, где ты? Нифига. Так, давай все сюда. На тебе выносливость пригодится. Убираем тебя в креопод. Ну, нет у меня телепорта сейчас. Нет, телепорт. Я бы отправил до дома. Там будто бы безопаснее. Вот и дебил. Хорошо, что у меня нет телепорта. И бежим сюда. Да, да, серьезно. Да, да, серьезно. Да, пошли вы. О, интересно, это соль или кератин? Блин, потом узнаем. Да ну нафиг, это красный цветочек. Да где ты? Ёпрасоте. Да стой, подожди. Да куда ты? Да сколько можно? Стой! Стоять! Так, подожди, как тебя томить? Мелкие, ну вы-то куда лезете? Скорпион? Ну спасибо! Да ты-то мелкий куда лезешь, и без тебя тошно. Хоп, хоп. Хитин, хитин, возьми хитин, ага. Он добыл сколько хитин. 200! Ну ты серьезно? Там походу раптор бегал. Главное, чтоб не альфа. А от альфа убежать тяжело. Те-те-те-те-те. Вот, спасибо. Господи, это мой мелкий. Ай, драдон, мать вашу. Я ненавижу драдонов. Они такие резкие, прям. Скримеры ходячие. Так. Да ёб ты уж за ногу, чтоб тебе тварь колосил. Господи, прости. Я же говорю, скримеры долбанные, мелкие уродцы. Чё нас кидывают какой-то статус? А чё там за статус? Парализующий гетродон. А, типа оглушает, что ли? Вот мелкие уроды. Причем отвратительно то, что даже будучи совсем мелкими, они все равно козлы еще те редкостные. Вот, кстати, поэтому я и убрал. Здесь что-то прям вообще небезопасно конкретно. Не, слушай, в лесах что-то его... Такое себе удовольствие пытаться притомить. Я прям вообще не вижу. Это летает тварь где хочет. И я в деревьях просто застреваю. Раптор, здорово! Нафиг! Погнали, короче, отсюда. Я не знаю. Это какой-то дурдом. Давай другого, короче, искать. Офигеть, вот это я сейчас это прям даже не знаю. Давай пробовать тебя хотя бы, что ли. Ты типа там... Как-то, может быть, полегче будет. Притомить, по идее, несложно. Ну, типа, это, один раз дал, как говорится, хитин, и все, грубо говоря, на моих территах. О, скряпу засунул, и это... О, постройка! Кайф! Блин, не, погнали, погнали. 20 минут серии, я еще даже не пытался его притомить. И построечка. Бляха-муха, да это целое поселение. Это то поселение, которое в ролике, что ли, было?
Ё-пересоте, надо будет обязательно в него залезть, посмотреть, что там. Но сейчас куда важнее... Ой, куда важнее то, что у меня чуть выносливость не закончилась. Нифига себе. Оп, сейчас было фиаско. Так. Ну, здесь, по идее, уже полегче должно быть. По идее. Это не означает, что полегче. Мы там видим и рапторов сразу же. Так. Обезопасим тебя нафиг от всех уродов. Так, где эта железяка? Вот, железяка. Не трожь, птичку. Так. Хорошо. Кто будет на меня нападать? Знаю, что вы будете на меня нападать. Так, сорян, братва. Вы попали под удар случайно. Так, где... Где? Да ёпрысоты, чё они такие резкие-то, а? Ё-моё, люди их на офи еще ловят, а? Без всяких вот этих указаний. Это же ужас. Безумцы! Подожди, а чё он от меня постоянно так удрапывает? Четыре хитина там было написано. Не, ну здесь хотя бы пусты. Здесь хотя бы в этом плане легче. Вот теперь вопрос. Вот он красненьким, да, на меня? Красненьким он-то на меня, это то, что он рано или поздно сагрится? Или как? Или как? Или что? Или почему? Интересно. Это уже очень интересно. Погуглим. Ну, в целом-то понятно. То есть красным отображается это то, что он проявляет интерес. Но захочет он проявить тебе интерес? Это хороший вопрос. То есть он может просто не подлететь к тебе. То есть вот он сейчас красным на это, и он должен, по идее, подлететь. То есть должен в слоте обязательно сильно нажать хитин, и он сам подлетит. Ну, вы поняли абсурдность всей ситуации. Это, конечно, еще тот гемор. В идеале, конечно, прям томить мелкого левела. Почему? Ну, блин, пофигу, какого левела. То есть и просто вон, все, 200 метров и полетел, короче. Понимаешь? То есть это, конечно, да. Скажем так, покормить это полдела. Заинтересовать его это куда сложнее. Да уж, неожиданно. Ну то есть как бы и в чем прикол? И он сразу же драпывает в непонятном направлении. То есть он не пытается подбежать, да, как это, допустим, бывает у... Да, у много кого бывает. То есть, как бы, они вот сами бегут, как бы, и заинтересовываются тобой. Не, а и наоборот. Это, конечно, весело. Ладно, попробуем поискать. Хочешь прикол? Он сейчас просто подлетел и ударил Фенрира. Он просто летит, такой. Херакс по нему ударил. Ну и, понятное дело, огрёбся. Почти. Почти огребся. Ему очень сильно повезло. Я... Короче, сразу говорю, пускай тут все нахрен те люди, которые снимают видосы о том, что... О, типа...
взял хитин, положил, он сам подлетел и все. Нахрен пускай все идут. Вот прям вот именно туда. Он не хочет ничего делать сам. Он прям не хочет. Так что идите вы все нахрен с такими обзорами. Вот как по-настоящему он ничего не хочет делать. Хликатырка, иди нафиг. Я без тебя хреново. Это что-то с чем-то. Ладно. Чё? Ты как на дерево забрался? Дурной. Ладно. Возможно, он сагрился на Фенрира, так как он сагрился на меня сначала, когда я был на Фенрирчике. Возможно. Но это не точно. То есть... Вообще просто я не понимаю логику его работы. Так, давай включим гамму все-таки. Вот, хотя бы вот так вот. Чуть-чуть поярче, чтобы было. Это как-то совсем темновато. На скал надо поменьше падать. О, тираннозавр, хеликотерий. Ну, блин, все, короче, в одну кучу. А я не хочу с вами возиться. Прям вообще. Давай почитаем Вики попробовать, да? Может, там что-то как-то изменилось и что нужно прям что-то другое? Но это прям пока что выглядит как очень сильно тупость. И очень много насекомых. Да уж, короче, веселуха еще та. Это чертово агрессивное создание. Атакует всех, кто состоит из хитина. Не любит, когда кто-то бегает. Прыгает и так далее. Ой, короче, привередливая еще та редкостная тварь, скажем так. Но это не означает, что мы его не будем томить. Естественно. Так. Во-первых, нельзя надевать хитиновые шмотки. Даже одну штуку. Он должен к тебе сам подлететь. Самое смешное, когда смотришь обзоры. Типа, я, говорит, не знаю, как разобрался, точнее, я не знаю, как томиться, кто-то говорит, что не знает, как разобрался, в общем, ну как-то так получилось, все супер, я притомил. Вот, в общем, нельзя бегать, можно вот ползать, и все, что нужно делать, понимаешь? То есть то, что я за ним бегал, это было неправильно. За ним можно просто вот только вот так. Все. Нельзя ничего делать. И все. И он сам, короче, к тебе подойдет. На каких-то видосах видел, там какие-то сердечки появляются, но я сейчас не заметил. Во, видали? Сердечки. Значит, он что? Правильно. Летит к тебе. А уже, соответственно, здесь самое главное, чтобы была площадка ровная. Чтобы ему было куда приземлиться. И тогда уже вот он отлетает. Как вариант, даже далеко, может, и не улетит. Но лучше, конечно, последовать немножечко за ним, чтобы, ну, более или менее был рядом. Ты с ним. И ждем. То есть, в целом, он потом также к тебе подойдет. Так, уйди нафиг. Мелкий пиздюк, уйди отсюда. Не до тебя сейчас. Хоп. Понимаешь? Вся тупость чего была. Нужно было почитать Вики сразу. Читайте сразу Вики. Не смотрите никаких видосов. Читайте сразу же Вики. Вот там все написано. Пускай по-английскому. Точнее, по-английски. Зато... Там все от и до расписано. Остается только перевести. А Google Translate, Яндекс Translate очень вам с этим поможет. Да, вот эти, конечно, пиздюки прям сильно мешают. Так, уйди отсюда. Его спугивают резкие движения. Это стоит учитывать. Поэтому это проблема.
Я думаю, именно из-за этого он согрелся на этого. Ну, на меня, получается, на Федерира. Я как раз там и бегал, и прыгал, и что я только не делал, скажем так. Такая вот приколюха. Оп. И не захотел подходить. Видали? Ему что-то не понравилось. Что не понравилось? Черт его знает. Это своенравно. Вот прям так у него, грубо говоря, и написано на лице. У меня свой характер. Захочу, подлечу. Вот примерно так это и работает. Мне вот с двумя разами очень повезло то, что это в скалу упирался. Это прям было очень удобно. То есть радиус далеко не улетал, и как бы все хорошо. А сейчас ждем. Есть шанс, ты вот сейчас вот... Нет, что-то летит в другую сторону. Так, ну и еще мне везет, что здесь хищников нету. Ну давай. Чувак! Погнали со мной! О, сердечки! Давай, прыгай сюда! Ты смотри, он прыгает! Кайф! О, супер! Ё-моё, это было жестко. Кстати, да, вот им добавили вот эти заметки и так далее, то есть это буквально недавно добавили. Это вот как раз добавили в перерыв, когда... То есть, по сути, им добавили заметки Хелены в это, в модовские карты. Прикиньте, это вообще супер. Так, двойной прыжок, это мы, получается, взлетаем. То есть мы можем лететь. Это, конечно, бедняга-бедолага нас поднимает. И это круто. А вот мне интересно, как он по весу. Так, стой. Так, ну, во-первых, тебе нужно сделать, чтобы ты у меня был... Пассивка. Сделал, бляха-муха, пассивку. Пошел в жопу, ублюдки. Дебилы. Да уж, из всех мест я нашел место, где было два раптора. Сейчас же никого? Сейчас никого. Ой, да, хоть ты что там, тренди мне пофигу. Так. Если не ошибаюсь... Нет. А, да, F8 было приземлиться, все правильно у меня. Ну стой, да приземлись уже куда-нибудь. Да ёб твою же за ногу, а. Во, все, отлично. Так, давай смотреть у него вес. Вес 408. У меня вес 217. Как-то зависит вес или не зависит? Это мы, кстати, можем проверить легко и просто. Вернувшись домой. Так, где мой дом вообще находится? Очень далеко. Очень и очень далеко. Используем читы. Телепорт. Ну, короче, пришел домой, и то будет же хорошо. Так. Чё я хотел проверить? Я хотел проверить вес. У него сейчас 4 сотки вес. Допустим, я набираю себе... Ай, давай, все. Как-то мало. Вот это точно уже перебор. То есть 582. То есть его вес никак вообще ни на что не влияет. Это отлично.
хоть двойной прыжок, хоть просто зажать прыжок. То есть двойной прыжок, он подпрыгивает и начинает летать, зажать прыжок, ну, как бы то же самое. То есть разницы никакой нету. Так, дальше. Так, это у нас лич. Ага, ну, X это отключаем, и он парирует. То есть мы... Ага, то есть получается, если нажать на кнопочку лечь, то у него включается планер, и мы включаем парашют, грубо говоря. Так, отлично. Так. Ага, если зажать альтернативный удар... А, нет, подожди, это у меня кнопка присесть. Ctrl-то у меня присесть, то включается режим крыльев. То есть, по сути, мне обычные крылья, они нафиг сейчас не нужны. Ну, те, которые на костюме. То есть, вот. И погнали. То есть, как бы в этом плане вообще прям кайф. То есть, я могу и как взлететь... наверх и спуститься вниз, и как парашют спланировать куда-то, и то есть как бы в этом плане проблем никаких нету. Проблема только еда и выносливость его. На что тратится его выносливость? Это хороший вопрос, потому что что-то я справа не вижу его выносливость вообще, чтобы она на что-то тратилась. То есть я вот сейчас лечу. 150-й птеранодон? Около базы? Хоп, и сразу же летим. Классно. Потом включаем планер и... Супер. Очень неплохо. Очень неплохо, самое главное привыкнуть к этому. Но самое основное, конечно, в любой непонятной ситуации начинаешь жать пробел, и ты типа полетишь. То есть вот ты падаешь и жмешь пробел, и ты начинаешь, он начинает махать, и как бы крыльями, и все хорошо. То есть это уже супер. Это прям уже то, что нужно. В любой непонятной ситуации жми хоть 10 раз пробел, без разницы. Главное, что ты не упадешь. Супер! Супер просто офигенно! Сидит такой, выглядывает постоянно. Клево. А здесь он получается, да, он то есть за меня цепляется и как бы меня поднимает. Блин, это, конечно, прикольно. Но, напоминаем, у тебя вес, ну-ка, слази. У него вес 408. Слушай, интересно. Допустим, мы скинем вот это вот в тебя. Погоди. Погоди. А, допустим, давай вот это все. Давай тушись. Давай весь металл. Давай все, что есть у меня в целом. О, врага. Они тоже очень много весят. Давай вообще все, короче. 832. Все еще взлетаем. Почему я заинтересовался? Смотри. 404. У него все уменьшается в два раза по весу. Даже вот это. Даже мод V, у него все уменьшается в два раза по весу. Понимаешь, в чем прикол? О, точно, у него шкафка, это хитин. Офигеть. Поэтому ему пофигу-то на вес и было. Ну вот, допустим, сейчас мы вот догоним тебя, вот, вот это, давай еще вот седел накидаем. Господи, я с собой седло таскаю. Ужас. Ужас и тупизм. О, давай мясо.
Это тоже дофига весит. Вот. Ты теперь перевес. Плюс мой вес. Да? Дополнительно. И все равно он летит. Понимаешь? Так, 320. Так, 116. Я его загрузил. Сами понимаете, на сколько? 408. Ну, здесь явно больше 408. То есть, 816. Я поднимаю его. И он мне добавляет... Не, у меня дерьмовая с математиков, но 320 снимаем 116, вы сами понимаете, что это далеко даже не 400. То есть я сейчас уменьшил вес, который в нем, то есть, уменьшил вес, который в целом, вот это все, я уменьшил вес 4 раза. То есть, положив в него, я уменьшил в 2 раза. И то, что в нем лежит 408, подобрав его, я уменьшил еще в 2. То есть, я сейчас держу примерно то, есть то, что я не мог бы поднять. То есть, вот, сейчас, смотри, 320. Так сказать, чтобы не быть гласословом. Поднимаем все. И это 935. 932. То есть здесь, не в два раза, 200 точно, вот, 932, да, то есть, как бы, здесь какая-то, все равно как-то получается, то есть там 300, 900, то есть, как бы, что-то, ладно, бог, то есть, все равно больше, чем в два раза, это уменьшается, то есть, по идее, я мог бы еще себя загрузить. Я туплю, у меня ночь, короче, и я туплю, с математикой сейчас не дружу. Но суть в том, что сложив все это в него... Ой, не то. Сложив все это в него... О, мистер Перевин, чу. What the fuck? А, вот, все нормально. То есть, я могу еще себя загрузить сильнее. Давай проверим. Короче, потусил здесь в попытках добыть ресы, но да. Короче, с моими с модом на стаке не так уж легко добыть ресурсы, да и металл что-то я найти не могу. В любом случае, это прям что-то с чем-то. То есть, вот загрузить в него ресурсы все и перетаскивать. Это прям что-то с чем-то. То есть он имеет прям колоссальное уменьшение веса абсолютно на все. Кстати, погоди-ка. Абсолютно на все, сказал я и задумался. А седло? Седло. И седло также уменьшается в весе. Охренеть. Все уменьшается в весе. Это, конечно, да. Супер. Ну, что еще могу сказать? Мне это однозначно нравится. Как и это прекрасное место. В общем, томить было не очень легко. Я бы так сказал, прям очень даже не очень. Но когда разбираешься в этих тонкостях, то понимаешь все, так сказать, все прелести томления. Все-таки томиться он прикольно. То, что он сейчас я хочу, а сейчас я не хочу. Что-то камера никак у меня ставится по-другому, ну пофигу. Вот, и вот эта вот вся вот эта задумка очень прикольная. Мне, если честно, это понравилось. Но обзоры говно. Вот честно, прям бесячие обзоры, типа, о, я притомил, клево, все. Как? Что? Зачем? Почему? Такое себе. Ладно. На этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Вот такое туповатенькое видео получилось. Почему туповатенькое? Долго, длинно, не по теме много. Пофигу. Вот. Это
мое личное выживание. Ну а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и, конечно, делиться моим со своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.